Мы здесь убираемся, вернее, развешиваем белье, а Арина помогает маме немножко. Ой, сейчас мы настроим камеру и будем играться. Под грибком будем сидеть? Мы под грибком, да? Под грибком. Бум. А я под грибком. Да? Ку-ку. 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 Кукушкин. Ушкин и макушкин. Ку-ку. Ку-ку. Я представляю сейчас, если кто-то все мотал-мотал, все видео и наткнулся, потом остановился и наткнулся, где я стою, сижу в тазу. Ну, что сделаешь, когда хочется развеселить ребенка, а ребенок хочет спать, а ребенку еще пока что рано спать. Дай. Ну, сейчас еще чуть-чуть, доест она кашу. И мы пойдем купаться. Вернее, я пойду ее купать. И... будем спать. Кстати, я так вам и не рассказала по поводу вот этого. Это Арину крестили, крестильный набор. Ты чё? Ты чё там развалилась? В общем, у Аринки резались зубы, и она не спала у нас, наверное, недели две вообще не спала, орала. И ну, нам посоветовали повесить крестильный набор, ну или положить, либо одеть ее в него. Ну, я ей в тот день одела, уронила. Сейчас будем доставать. Ну, сейчас будем доставать кашу. Вот, и я ей одела, она уснула, и вот с тех пор она у нас висит, наверное, с полгодика. Ну, уже 7 месяцев точно висит он у нас. Ладно, буду доставать ее кашу, а то она ее уронила. Короче, мы сейчас с вами под кроватью. Да, ищем Аринину кашу. Вот она. Ой, сколько ж тут пыли. Ужас. Это у нас теплый комбез, который нужно будет кому-нибудь отдать. Но мы отдадим, я знаю, кому. Что за каша? Надо соску помыть. Сейчас пойду помоем соску. Всем привет! Большое спасибо, что заглянули на мой канал. Надеюсь, вам нравится мое видео. Дальше они будут все лучше и лучше. Если вы еще не подписались на мой канал, то подписывайтесь. Вам всего лишь нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажимайте на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о моих новых видео. И вы будете в курсе всех новых событий на моем канале. Большое спасибо. Продолжаем смотреть дальше мой новый влог. Уже уложила я Арину спать. Сейчас решила заняться тортом, который буду делать завтрашним. Вот. Приедет мама моя, сестра, ее парень. Скоро будет мужем. Вот. А я решила их порадовать своим тортиком. Они его еще не пробовали ни разу. Поэтому решила им сделать такой сюрприз. Но я купила пряники и решила сделать его из ананасов. Купила банку ананасов, правда, блин, нарезанные не было в нашем магазине. Ой, ой. Блин. Короче, не было таких кругов. Ну ладно, не страшно. Вот. И это. И хотела купить орехов, чтобы было прям похоже очень на панчо. Знаете, сколько стоят орехи? Они там в упаковке. И обалдела, почти 400 рублей. Я говорю, не, я говорю, спасибо. Мне не надо. Короче, сказала, нет, спасибо, не надо мне такие орехи. Обойдусь без орехов. То и без орехов будет неплохо. Вот. Опять пряники свежие. Хотя нет, не такие свежие, как тогда. Надо бы их заморозить. Тогда были бы удобнее резать бы их было бы. Вот так. Купила сахарную пудру.
Они, прикиньте, пудра спрятана была. От меня, видимо, прятали. Ну, вы видели, я вроде бы снимала. Меня просто добивают эти соседи, которые не могут сделать себе фигню тут от домофона. Ну, блин, вы достали. Время 10:30, 25 минут 10. Они мне звонят в домофон, у меня ребенок спит. Они мне в домофон звонят, чтобы я им дверь открыла. Понимаете, это каждый день, каждый вечер. Ну, блин, ну совесть-то имеете, вы знаете, что у меня ребенок. Просто, ой, короче, разозлили меня соседи. И как тут не ругаться? Сейчас спустилась и разнесла их там. Короче, ладно, высыпаю я всю сметану. Сейчас. Нарубила уже этого. У меня с памятью какие-то провалы. Но это уже вы поняли. Короче, нарубила я сейчас. Так, подсказка пряников. Подсказка в виде на этикетке пряников. Вот. Сейчас сметанки. Сразу все две банки вылила. Я, кстати, уже старая бабка стала. Я собираю. Почему покупаю именно эту сметану? Она, во-первых, недорогая. 41 рубль, по-моему. И это, что хотел сказать. А, и банка вот такая. Очень удобно на рассаду. Но это я не себе. Это я, это, бабушке. Я сама купила горох. А еще у меня 3 пачки редиски есть. А еще я сегодня мимо иду и смотрю зеленью. Ну, вчера, вернее, в магазине была, когда в Атаке. И смотрю, это петрушка, укроп продается. Ну, естественно, я остановилась, как старая бабка стала смотреть. Чё, почём? Ничего дешёвое. По 7, по 8 рублей. А, видите, у меня мощь, сила. Сломала ручку от ножниц. Ну ничего, я и так справляюсь. Мощь, сила. Это мой муж. Так. Сыпем пудрочки сахарной. Не знаю, я не очень хочу делать сладкий. Лёшкина мама, вот когда вот в предыдущий раз я делала, ну вот когда выкладывала рецепт, ей показалось не сладко. Она говорит, делай послаще. Ну, не знаю. Просто и пряники сладкие, и ананас сладкий. Куда еще слаще-то? Мне кажется, не надо. Ну, сделаю. Послаще. Вот. Смотрите, как я руки вытираю. Чтобы не изводить продукт. Да. У меня бывает. Я так и не накрашена, вы не пугайте. Ну, это же влог, вы должны видеть все, какая я есть. Я уже, кстати, начала выкладывать. Чуть позже покажу уже. Ну что, вот такая вот красотень у меня получается. Осталось вот сколько пряников. Вот сколько сметаны. Ну, в запасе у меня еще есть 4 пряника, так что если их на 4 части поделить, то нормально, хватит. Но у меня проблема в ананасах. У меня мало ананасов. Но у меня есть бананы. Так что, если что, бананы мне в помощь. Да, кошка? Все, продолжаем готовить. В общем, не стала я дорезать. Доложила ту сметану, что у меня была. Даже сверху у меня осталось то, что были пряники. Не стала их резать. Эти ананасы оставили на украшение чуть-чуть. Потом еще и купила шоколадку Патру. Это уже завтра, когда он стоит. Ну что, сейчас буду закрывать его и упаковывать. Убирать, вернее, в холодильник.